хочется рыбачить в этих местах. Кому от этого плохо? Ярмак же не может съесть всех оленей вокруг. Если не жадить, и добыча хватит на все.
Thank you.
я тут отвлекаю от тебя внимание, думаю, никто не просек наше маленькое дельце. Отлично! Надеюсь, теперь нам легче будет их выследить. По-моему, мы обратили их в бегство. Больше мне нечему тебя учить. И у нас полно работы, но боюсь, что Кодлок прослышал о наших успехах. Он хочет тебя видеть. Мой совет? Не пытайся обмануть старика, но и не говори ему лишнего. Я-то переживал, что меня не... Я могу тебя кое-чему научить. Спасибо, что ты здесь. Да, дитя, присядь. Да, дитя, присядь. Я слышал, у тебя в последнее время много дел. Ваши сердца полны скорби, а мое собственное рыдает Аскьори. Но его смерть давно отомщена. Вы и так взяли больше жизни, чем требует честь. Замкнутый круг возмездия все еще длится. В любом случае, у меня для тебя задание. Тебе уже рассказывали, как мы стали вервольфами? Доля истины в его словах есть. Но на самом деле все гораздо сложнее. Как всегда. Братству соратников примерно 5000 лет, а история со звериной кровью тревожит нас всего несколько веков. Один из моих предшественников был хорошим, но недальновидным человеком. Он заключил сделку с гленморильскими ведьмами. Сделка заключалась в том, что если соратники будут охотиться во имя их господина, Херсина, нам будет дарована огромная сила. Они не думали, что это перемена навсегда. Ведьмы предложили плату, как и все остальные. Но нас обманули. Мы дойдем до этого. Все не так просто. Их недостаточно только убить. Видишь ли, болезнь поражает не только наши тела. Она пропитывает душу. Когда вервольф умирает, Херсин призывает его в свои охотничьи угодья. Для некоторых это рай. Они мечтают лишь о том, чтобы вечно загонять добычу для своего владыки. И это их выбор. Но я все еще истинный Норд, и я хочу, чтобы мой дух упокоился в Совенгарде. Я потратил долгие годы, чтобы выяснить это. И теперь я знаю ответ. Магия ведьм завлекла нас в ловушку, и только она способна освободить нас. Они не помогут нам добровольно, но мы можем отобрать у них злую силу. Я прошу тебя найти их. Разыщи их, Ковен, в лесной чаще. Уничтожь их, как пристало истинному воину леса. И принеси мне их головы, вместилище их способностей. Тогда мы сможем смыть с себя эти столетия грязи.
В этот раз ты пойдешь без брата по оружию. Но дух из Грамора поможет тебе восстановить честь его потомков. Да направит тебя Талос, девочка. Я небольшой говорун. Не то, что мой брат Вилкас. Он тут где-то неподалеку. Будут вопросы? Приходи. Я знаю нашу историю почти так же хорошо, как и Вик. Но в отличие... Что-то произошло с лунами, сестра. В последнее время я чувствую, что кровь пульсирует немного сильнее. Полагаю, ты тоже? Мне кажется, мы на подъеме. Херсин улыбается нам. Не будем задавать лишних вопросов. Чем больше мы кормимся, тем больше у нас сил. Возможно, мы откроем новые дары Херсина. До встречи. Моя бедная фрейлия считает, что Торальд еще жив. Но мне-то виднее. У нас, серых гриф, поводов для гордости уж никак не меньше, чем у этих сынов битвы. Да только мы-то нос не затираем. Я все пытаюсь понять, почему Скьор вообще тебя впустил. Моя бедная фрейлия... Слава богам!